крайней мере, имеет право на жизнь. Напомню только, что у нас редактора журналов увольнялись за жесткие выступления, да, в которых не содержалось никакого перехода ниже пояса, да, а вполне себе, да, увольнялись. Так что это немножко другой случай. Если кто-то хочет зарифмовать эти случаи, то рифмы не получаются. Я помню, вот с журналом, какой там, «Деньги», «Власть», да. была история, как раз там слово, которое ниже пояса, да, 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 написано. Нет, но в данном случае это адрес, а не физиология, не так ли? Это адрес, по которому он должен пойти и пойдет несомненно. И чем больше он будет завинчивать гайки, тем драматичнее он потом пойдет. Виктор Шендерович, писатель, гость сегодняшней программы «Особое мнение». Меня зовут Александр Плющев, до свидания. «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. И, внимание, сюрприз. У нас в гостях, как и обещали, писатель Дмитрий Быков. Здравствуйте, дорогие друзья, привет, Оля. И еще один писатель Михаил Успенский. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Мы решили, что вот так случайно получилось. Шли два писателя. Прогулка с писателями состоялась спонтанно. И так как писателя два, и оба, я бы сказала, больших писателей. Фантасты. Да, и оба фантасты, мы решили пофантазировать. Только для начала, единственное, что я попрошу быстренько ответить на вопрос, который прислали вам перед эфиром. Правда ли, что вы вошли в совет при Миноборнауки? Во всяком случае, меня туда выбрали. Голосованием на эхе. Я ничего против этого не имею, поскольку это не орган власти. Я думаю, орган чисто консультативный. Поскольку там присутствует некоторое количество людей, которых я уважаю, в диапазоне от Волкова, например, Сергея до Венедиктова, то почему бы мне там и не поприсутствовать, тем более, что никаких льгот мне это не сулит. Если я увижу, что это декоративная абсолютно функция, которая призвана как-то легитимизировать нынешнее российское правительство, я очень быстро оттуда уйду.